Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной дрянью. Привет, я Даша. Мне тут посылка от врача пришла. Первое, что хочу тебе показать, и куда я сложила все свои штучки-дрючки, это такая косметичка. Серия, я думаю, ты уже узнаешь, это Ретопикаль. Такая попугайная тема, летний лимитированный выпуск. Косметичка, сам принцип мне понравился, что ручка такая, и когда ты ее расстегиваешь, она вместе с молнией отъезжает. Очень удобно, на мой взгляд, для дорожного варианта. Ткань такая прорезиновая немножечко, но прошита отвратительно. Везде торчат нитки. Ну, учитывая, что нашла в подарок дальнему коню зубы, в шов не глядят. В принципе, косметичка довольна, нитки и отрезать можно. Ты можешь подумать, она губы забыла накрасить. Надо же мне тебе как-то показывать то, что я получила. Именно мне понравилась очень такая малиновый бальзам для губ. Он с красящим пигментом. Я сейчас накрашу губы, ты увидишь. Вот, собственно, мы имеем сразу губы почти под мой маникюр. Достаточно яркие, выглядят тюбики таким образом. Пахнет очень приятно малинкой. Я вообще его хочу поставить возле компьютера. У меня там всегда стоит бальзам для губ, потому что губы у меня постоянно сохнут. А еще из-за скайпа. Я, правда, по нему ни с кем не разговариваю, но вдруг. Вообще хочу составить список продуктов, с помощью которых буквально в течение одной минуты можно как-то поярче свое личико сделать. И это один из первых продуктов будет. Все, я его ставлю рядом с компьютером. Далее. Как косметичка пришла в подарок. Мне вот такая мицеллярная водичка. Вещь неплохая, мне нравится, но покупать ее не буду никогда. Пробник приходит, радуется. Не приходит, мне все равно. Заказала из своей любимой серии Hydra Vegetal крем для глаз. Производитель нам обещает то, что синяки под глазами, они куда-то там убегут, испугаются этого крема и убегут. Но что я хочу тебе сказать. Конечно, 3 недель мало для того, чтобы понять, бояться этого продукта синячки под глазами или нет. Но вот пока он себя никак не проявил. Ну, гель для глаз и гель для глаз. Единственный момент, который хочу обговорить. Первые дни после применения есть такое легкое-легкое жжение. Я сначала испугалась. Ну, думаю, что с тобой? Продолжала пользоваться. И это жжение, оно ушло. То есть, то ли кожа привыкла, то ли что, я не знаю. Не знаю, я ничего в нем особого не заметила. Еще и заказала синюю тушь. Синяя тушь – это мой must-have, это моя фишка. Дело в том, что я касаемо туши извращенка. Объясняю. Телесницы, которые у меня располагаются на верхнем веке, я наношу черную тушь, а на ее кончике синюю или фиолетовую. Но лучше, конечно, синюю. А на нижней реснички коричневые. Коричневую тушь. Но в последнее время я обленилась, потому что у меня синяя тушь закончилась. Это такая удача, успех. Вот честно, я не наносила их на всю длину ресниц, только на кончики. Поэтому не могу ничего сказать про разделение, объем, паучьи глазки и прочие недостатки плохих тушей. Но вот со своим назначением на кончиках ресниц справляется она просто на ура. В искусственном освещении это может быть и незаметно. Но когда выходишь на солнце, это просто поразительно. Это я даже не буду описывать, как это шикарно смотрится. Это только видеть. Плюс, когда наносишь тушь дополнительным слоем,
действительно только на кончике ресниц, вне зависимости от цвета туши. Ресницы становятся в два раза длиннее и пышнее. Как говорит Елена Крыгина, по-моему, ее зовут, твоя ресница способна на большее. Ну, приступим к лакам. Ну, какая Даша без лаков? Да, я... Меня зовут Даша, и я лакоманьяк. Конечно же, я заказала себе такую миниатюрку. Я очень люблю маленькие лаки, потому что они позволяют попробовать их. Но при этом они, их не постыдит печальная участь от незадействованности. То есть один раз накрасила, он у тебя там стоит и скучает по твоим ноготкам. Он быстро израсходовается, и как бы, если цвет нравится, я могу найти полноразмерную версию. Если я к цвету останусь равнодушна, то не жалко. Но прочь прелюдии. Итак, это все тоже из новой серии, как ты можешь видеть по оформлению. Называется он «Красный гибискус». Я его называю «Жизнерадостный помидорчик». Ты его можешь видеть у меня на руках. И, как видишь, совпадает с цветом, который на тюбике. Но у меня не на всех пальцах именно этот лак. Через один у меня зингер. Вот, на среднем пальце у меня этот лак «Жизнерадостный помидорчик». Он мне очень нравится. Я уже вторую неделю с ним хожу. А для меня две недели подряд ходить с одним и там же лаком. Как говорит Катя Клэп, уху! Кстати, меня поразило, держится долго. На моих ногтях лаки вообще не держатся. 3 дня это в лучшем случае. Но этот продержался все 5. Пришел еще вот такой лак. Я его не пробовала, но у меня есть очень похожий. Он пришел в подарок. Называется фиолетовый, номер 22. Да я его прям поверх вот этого лака нанесу и покажу. Уверена, он его перекроет вообще запросто и хорошо покажет цвет в один слой. И у меня есть еще один. Мне кажется, он похож. И я вот прямо сейчас поэкспериментирую вместе с тобой. Выглядит таким образом. Это номер 33. Называется «Красный виноград». Очень похожие, различаются буквально в один тон. Итак, на безымянном пальце у меня лак блеск номер 33, красный виноград, а на мизинце фиолетовый номер 22. Ну, как ты видишь, буквально в 1-2 тона у них разница. Конечно, вот так поверх оранжевого сложно судить, но покрытие у них очень хорошее. Так что, в принципе, цвет, я считаю, независимо получился от фонового покрытия. Когда я увидела, что Ифраше выпустил лак с потрескавшимся эффектом, я не могла его не заказать. Он такого темно-синего цвета. И если на ногти смотреть издалека, почти черный. И раз уж мы начали портить мой маникюр, продолжим эксперименты. Вот, пожалуйста, на средний палец, как ты можешь видеть, лак. Еще я заказала точилку. Потому что у меня, помнишь, тебе Тессенс показывала такой толстый карандаш, на одном конце он такой малахитово-бирюзово-зеленоватый, такой очень интересный оттенок. Но он толстый. Не ножиком же мне его. В общем, я в Ифраше заказала такую двойную точилку здесь и для нормального карандаша есть отверстие, и ну вот он чё, тебе не видно, и для толстого. Но что я хочу тебе сказать, карандаш все равно ломается, крошится просто безбожно, поэтому то ли это карандаш такой, то ли я косорукая, то ли это другое вместе взятое. Я вот помешалась, вот я захотела тени для век кремовые.
Вот хоть стой, хоть падай. Вот хочу вы, да положь, 5 раза, честно, подряд. Пыталась заказать фирмы Essence или Catrice через Арисан. Оба раза. Их не оказывалось на складе. Думаю, да пошли вы. И заказала в Ифраше. Хотя знала, что нельзя это делать. Они скатываются на моих веках, и все тут. С базы, без базы. Дура. Не показала тебе цвет. Вот такой цвет. Цвет вообще замечательный. Блондинка подойдет вообще шикарно. Это серия Colors Nature. В номере 01. Постельный розовый. Он совершенно шикарно мерцает. Такое сияние. В общем, но вернемся к нашим баранам. Я его пыталась наносить и аппликатором, который вообще это печально. И покажу его тебе, кстати. И кистью, и пальцем. И без базы, вообще-то без базы нужно носить. Вот так он не в растушеванном виде смотрится, а вот так, если пальцем его разом. Правда, шикарно. Вот я боюсь, меня подводит освещение. Сейчас не видно, но он так классно переливается таким каким-то металликом, с такими очень-очень деликатными микроблесочками, такими очень естественными. И чуть не заплакала, когда увидела, что он скатывается, блин, на глазах. Но я нашла выход из ситуации. Если его нанести пальцем, то есть его прям снять с аппликатора пальцем. Терпеть не могу, когда говорят пальчиком. Может, я извращенка, но у меня какие-то сразу мысли непонятные. Если его вот снять пальцем и нанести на века, ну, как я только что тебе показывала, как на коже смотрится, и дополнить похожим оттенком, но уже рассыпчатых теней, то получится как будто так и надо. То есть даже не видно, что там что-то скатывается, что-то вот недополненные там другими тенями, все нормально смотрится. Но это и же я нашла им еще одно применение. Во-первых, вот я сейчас не зря брала волосы с лица, его можно использовать как румяна, я не зря их снесла на лицо. То есть, но опять же, вот именно в этом оттенке это подойдет лучше блондинкам, но и таким, как я, тоже ничего. Наносим его на наши щечки. Пам. Небрежненько так. Разукрашиваемся, как скво. Растушевываем. И получаются румяна. Вот, кстати, в своем видео вот про ту полку. Про полку русской истории я снимала именно вот с ним, с этими тенями на глазах, на щеках и, по-моему, даже на губах, но не уверена. Про губы. Приготовила салфеточку. Его можно использовать и как блеск, причем выглядит как такое помада-блеск. Смотри. Вуаля! Ну как я тебе? Да, так что вот, если бы он еще не скатывался бы на веках, ему бы цены не было. Но за такой ценник, учитывая, что он творит на веках,
Не бери. Хотя ты знаешь, может, это мой дурацкий организм. У меня, если что, у меня тип кожи жирный. Может, поэтому, хотя это не причина. Не должно быть так, я узнавала. Когда я за заказ, мне пришел шикарный набор для педикюра. Вот такого плана. Кстати, вот тут лак, который я тебе показывала, вот этот, он шел вот вместе с этим. То есть все для педикюра шло. Распакуем эту красоту, я тебе покажу подробнее. Вообще, надо сказать, у Yves Rocher мне очень нравится качество их аксессуаров. Кисточки, щипчики, пилочки для пяточек, пилочки для ручечек. Все у них просто замечательно. Значит, я все попробовала. Но, чтобы повыпендриваться перед тобой, упаковала, брат, все так вот красивенько, тут все прям цивильно. Щипчики отличного качества. И ты видишь, что орнамент в их новом стиле. Что я хочу сказать? Щипчики отменного качества, грех вообще жаловаться, но одно время я в Avon, хотя где Avon, а где Yves Rocher, без обид поклонники Avon, ничего личного. В Avon я заказывала щипчики специально для педикюра. Они сломались где-то на четвертый раз после использования. Вот этими я пользовалась только единожды. И мне показали себя превосходно, но не факт, что там, через 4-5 раз они не сломаются. Слушайте, я не смущаю цвет моих губ. Мне кажется, мне не идет. Я сотру. Пилка здесь тоже отменная. Мне очень понравилось, что она такая маленькая. Смотри, она ну чуть выше моего указательного пальца. Хотя я ожидала, что она будет огромная. На сайте, на картинке была такая классная. Очень удобная. Особенно с собой таскать вообще вот так. Однако вот с этой стороны у меня предостережение к тебе не пилить, потому что остаются следы, правда, они, вот у меня уже, они достала. А вот с этой стороны тоже остается след, но за счет того, что рисунок очень-очень, чуть не сказала, пигментированный, очень-очень такой насыщенный, разнотональный, вот эти следы от точила, они незаметны, в принципе, вот за счет рисунка. Классная пилка. Так, здесь и такой розовый пальцеразделитель. Но, честно, вот я не буду тебе сейчас врать. Я им не пользовалась, потому что строение моих ножек таково, что как-то вот они во время педикюра ну, не пачкаются лаком и все здесь. Нет, они не мутанка, они у меня не вот такие вот, они у меня нормальные, как у всех людей. Ну, вот, ну не нуждаюсь я, ну, вот так. Притом, если расчленить коробочку, все из нее вытащить, то получится ничего себе, так шкатулочка небольшая. Имею в виду. Я еще заказала вот такой новый гель для душа. Но при этом не забыла, голова моя судова, заказать грейпфрут. И, блин, апельсин мой любимый. О запахе. О качестве я уже не говорю. Ты прекрасно знаешь качество геля для душа Yves Rocher, а если не знаешь, то они отличные. Если только тебя не смущает, что не дофига СЛС. Что касается аромата. Вот знаешь, чем пахнет? Ничем. Ну, я просто, видишь, я любительница интенсивных ароматов. А здесь что-то такое эфемерное, воздушное, нейтральное, неуловимое. В описании написано «Экстракт Василька Био». Будет использоваться как пена для ванны. А что, СЛС много, можно, чем пенится. Лучше, чем какая-нибудь пена. Кстати,
Самый лучший способ избавиться от геля для душа. Ну, это просто, видишь, у меня их очень много. Учитывая, что на 8 марта мне на бывшей работе каждый сотрудник подарил по гелю для душа, и просто вынуждены искать способы их быстрого расхода. Такое вот. Два способа. Я как-то смотрела документальную передачу про все эти составы, гели для душа, гели для рук, шампуни. Я сейчас один не назвала, но ты поняла, наверное, да, что я имею в виду. А если не поняла, то это к лучшему. Они, в принципе, по составу фактически не отличаются. Поэтому быстрый способ израсходовать гель для душа – это помимо использования вместо пены для ванны, если закончилось жидкое мыло для рук, просто в ту же тару налить, все, у тебя фактически закончился гель для душа. Так что, скажем так, этот гель для душа у меня не в фаворитах. Но, повторюсь, только потому, что я люблю интенсивные ароматы. Так, чтобы съесть хотелось. И осталась фигня, то есть сумки. Прислали такой вот рюкзачок. То есть тут тряпочки и по двум бокам такие шнуровочки. Шнуровочки у горловины. И одним изящным движением руки брюки превращаются, тряпочка превращается в рюкзак. То есть, по идее, он накидывается на плечо или даже на оба плеча. Тоже, вот я когда достала, вот пахло палаткой советской. Гибрид советской палатки с новомодными. Такая прорезиновый, такой прорезиновый запах. Прошито тоже не Коко Шанель. Нитки торчат, но опять же, для дареного коня это не смертельно. Мне понравился принцип пляжной сумки, который я сейчас покажу. Обожди. А, вот дура дурацкая. Сама мне прислали... Да, это что такое? Мне прислали в подарок за заказ кисточку для растушевки. Написано, что она для рассыпчатых теней. Из чего она тут? Натуральный волос. А вот это алюминий. Знаешь, я когда смотрела раньше видео бьюти-блогеров, я удивлялась, ну куда столько кистей? Думаю, ну вот растушеванная кисть, нафига? Ну? Мне она когда пришла в подарок, я поняла, зачем бьюти-блогерам так много кистей. Реально она... Вот просто небольшая кисточка такого не сделает. Я поняла, почему вот это вот выделение, вот этой вот складки века называют дымкой. Иначе это просто не назовешь. Кисть шикарная. Ну, и фарше не маг. Не что-то моя любимая Блюш Суприм постоянно использует. Ладно, я потом вот здесь напишу. Нумеровать они, походу, не любят. Ну, она такая вот. Ну, там на сайте у них написано для растушевки. Ну, ты увидишь. Кисть шикарная. Как я без нее раньше жила, ничего понять не могу. Сумка, говорю сразу, под цветовой гамме непрактичная. Она такая белая, такой, с, так,
с такой мятной вставкой. Это, кстати, не просто цветная вставка, это кармашек. Правда, очень удобно. Тоже по резиновой ткани, воняла так же, как косметичка, воняла так же, как рюкзак. Точно такая же в точности ткань. Прошивка, опять же, не от Coco Chanel. Так что то, что она очень мягкая, думаю, за счет ткани, из которой она сделана, это не так смертельно. Потому что, я думаю, мыться должна очень легко. Что мне в ней понравилось? В ней нет дна. То есть оно не зафиксировано. Ее можно запросто сложить как угодно. Хоть в трубочку скрутить и скурить. По Минздрав предупреждают, курение вредит здоровью. То есть хоть вот так вот. И пошла. Как угодно. Но при этом дно у нее все-таки есть. Когда я увидела вот эту штуку, я долго думала, что за прокладка для великанши. Я прошу прощения за употребление вслух похожих слов. Опять же, прошивка не Coco Chanel, везде торчат нитки, но ну, по нашему, по крестьянскому, попросту говоря, это три картонки, обшитые тканью, которые могут сгибаться и разгибаться. Дело в том, что вот эта штука, я посекла фишку. Значит, оно укладывается, разворачивается, укладывается на одну сумку. Вот, блин, как бы показать, что видно было. Не знаю, видно, не видно. Покажу с другой стороны. Вот, и мы получаем фиксированное дно. То есть, наступила зима. Сумка не будет занимать много места за счет фиксированного дна. Выложила это самое дно, сложила его, что тоже, кстати, хорошо. Сложила сумочку в трубочку, или там, как тебе нравится складывать. Положила в шкаф, и оно занимает гораздо меньше места, чем фиксированное дно. Вот такая была у меня посылочка. Очень, считаю, богатая, столько подарков. Лак для ногтей, педикюрный набор, косметичка. Две сумки, ну, посчитаем вот эту сумку. Забыла показать брелок сумки. Тоже швырчат. Оближем. Мицеллярная вода. Кисточка. Мне кажется, они мне в подарок выслали вещей на ту же сумму, на которую, собственно, и заказала эти вещи. Хорошо. Так что я считаю, посылочка очень удачная. Эти тоже желаю удачных покупок, подарков без повода. Пока, солнечного тебе настроения.